Итак, дорогие телезрители, у нас вторая карта, второй дабл-кросс, и с таким как бы счетом, как было, трудно сказать, что как бы явно выиграл позитив, на самом деле, там, решилось все буквально... Не, он победил, но... Я согласен, но это решилось, по сути, в последнюю минуту. Да, это решилось в последнюю минуту, но все-таки это тоже скилл, как бы, нет, было за здесь. Никто же не отрицает. Я просто имею в виду то, что, как бы, ну, нельзя сказать, что позитив выиграл со стопроцентной уверенностью, как бы, и то, что мы знали не, вот понятно, сразу, что он выиграет. Сложно, это очевидно, это, но я о другом, я о том, что реально он показал скилл тем, что в конце, когда, ну, то есть даже несмотря на свой лидерство, он респанулся в плохом месте. Ой-ой-ой. Слушай, сейчас еще позитив такой исполнил, докер. Докер реально еле... Ай-яй-яй, подловил, красавчик. Не, позитив вообще, блин, по жести только что исполнил. Сейчас он... Монстро. Да, монстро делает три фрага. Three frags, four frags in the row, and five frags in the row. Блин, вообще позитив что-то такое вымещал вначале, охренеть, фараспаун. Наташа пишет, короче, позитив не true король даблкросса. Да не знаю, по такому началу можно сказать, что как раз самый true. Задрач, ой, хороший. Потом пусть со мной играют. Ну, Алекс. Они тут решают, меряются пиписьками между собой. Если захотите вы помериться пиписьками, померяйтесь после. Вообще, я уже, в принципе, могу открыто говорить об одной вещи, что скоро начнется, наверное, вещь под названием «Король горы», где как бы зрители, вообще посетители сайта и так далее смогут голосованием определять людей, которых они захотят увидеть, ну, как бы друг против друга. Вот. Ну и будут стрим-шоу-матчи. Будем, так сказать, с одной стороны чемпионат мира, вот, с другой стороны шоу-матч, и будем наблюдать, кто же лучшие игроки, интересные шоу-матчи и так далее. Так, ну что ж, позитив тут доминирует просто шикарно. 8-0 в начале игры, и докер просто потерялся, я думаю, что... Ой, я не знаю... Минуты две еще докер точно ничего не сможет сделать здесь. Хотя вот он выпрыгивает, и какой хороший хэдшот вешает он сейчас позитиву. Блин, промахнулся, мог еще один сделать. Алекс, видимо, куда-то. Что? Рахаэлл будет? Рахаэлл, я не знаю, зверь что-то мне не отписывает. Возможно. Ну смотри, уже 12-0. Не знаю. Вот если посмотреть на игроков из Кваки, например, то человек, который уже проиграл бы с таким счетом, сразу же бы написал GG, как бы, и все. Не продолжал бы играть. Сколько тут... Да, ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. 18 хп оставляет докер, и это была пасека. Что, докер вышел? А, это какой-то другой тип с ником докер был. Тупанул я. Мне кажется, вот я бы ГФ поставил против позитива. Это еще не ясно, чей гаусс или чей пылесос вырулил бы все. Ладно, продолжайте дальше, а я занимаюсь своими делами. Ну, позанимайся своими делами. Ох, да. Так, ну что ж, мы продолжаем смотреть за игрой. Практически 5, а нет, уже 6 минут даже практически прошло. 18-1. Позитив, блин, не может открыть секретную комнату. Как это печально, заходит докер, чуть-чуть неудачный для него момент, и оставляет еще 6 хп у позитива. Все-таки он выжил, и сейчас у докера есть хоть какой-то шанс, как бы, зарулить позицию и так далее. Он берет забирать второй гаусс. А вот позитив уже тут как тут, и умненько, он очень уходит вниз, сейчас будет прострел. Хорош, догнал сейчас докер позитива. И может погонять его сейчас по респам, но что-то не знаю, докер слишком уж нервничает, мне кажется. И из-за этого он, вероятно, только что он не сделал реально фраг, из-за того, что он нервничал. Так, забирает он армор, стек бешеный, нужно идти искать. Позитив находится наверху, слышит это докер, забирает он армор и... Докер... Не, вообще, чувак, это заметно. Вот-вот, нашел он позитива. Сейчас будет стычка и... Блин, глупо зашел докер. Ну, хорошо, зато ушел.
Кстати, кот, кот, мне вот интересно знать, лучше раньше нажимать кнопку или стрелять в эту байду? Лучше кнопку. Нет, здесь на самом деле без разницы, нам как удобнее. Кто это придумал, интересно? Можно стрельнуть и открыть, и, знаешь, без разницы. Понятно. Интересно, кто на самом деле это придумал, а еще больше интересно, кто это выкупил. Потому что это жесть, конечно. Так, ну что ж, вот позитив сейчас как раз делает правильные вещи. То, что нужно было сразу делать докеру. Он как бы подкрысивает, он старается как бы стек набрать. Он спокойно играет. Да, он спокойно играет, он не нервничает. Ну, тем более, конечно, уже набил 19 фрагов, куда ему спешить. Но вообще так нужно всегда действовать, когда соперник в доминирующей позиции и... Ой-ой-ой-ой-ой! Ты видел этот хэд? У него невероятно. Это, по-моему, что на 100 было. Так, а где докер? А, блин, мне что-то так лагает, что я переключался. Опять у докера стек 100 на 100, и сейчас позитив опять нам сейчас покажет, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Докер просто перенервничал, мне кажется. Тут реально из-за нервов все решается. Неужели восстановились уже? Да, тут, конечно, хиляться от секретки, это просто божественно. Действительно, дисбаланс. Но, тем не менее, опыт здесь на самом деле решает. Да я бы не сказал, что это везение, как бы, на самом деле, Терри. Заметный вот именно опыт. Человек делает грамотные вещи, в отличие от докера. То есть докер, да, он хорошо контролит секретную комнату, но он не хорошо контролит карту. Тем временем, как позитив, как бы, ну, вот, действительно, находит хорошие тайминги, там, хорошие выходы. И вот сейчас словил очень хороший шанс докер, он сделал же пару фрагов, еще один, блин, надо было добивать, мне кажется. Ну, точнее, немножко раньше. И сейчас делает как бы мини-камбэк докер. Позитив сверху, нужно прострелить. И он попал, да. Ну вот опять не пошел, не добил. Вот не уверен сейчас себе докер, он боится. Простреливает лампочку. Слышит, отхиляется позитив. Нужно тихо-тихо надо. Хорош, еще кинь. Ну что ж ты. Боже. Да накидай же что-то. Во, молодец. Делает камбэки докер. Хорош. Еще давай. Я же знаю, здесь раскрыт. Делает еще хэд докер. Это действительно камбэк. Кто-то мне, по-моему, написал в Steam. Второй раз написал. Мне надо Steam окно где-то открыть в другом месте. Да, вот так вот мы откроем. Миша мне что-то там флудить. На каком сайте стрим? Good Game EHLL. Скоро еще, да, открою я сейчас. Типа Короля Горы, и там тоже будет стрим. И так далее. Котяра, я думаю, мне в этом поможет. Да, Котяра? В чём? Ну, хотя бы в написании расписания, там я не знаю. А, да, помогу. Ну вот. Тут Бизар спрашивает, мы, если что, собираемся 2 на 2 турнира играть против ЕБТ, стримить сможете? Сегодня? Сегодня, Бит? Вы можете мне написать в Steam, как бы я за Steam слежу. Вообще, лучше всего все вопросы задавайте в... Общий чат, к сожалению, пока что общий чат на Good Game, а в дальнейшем на сайте... Да, как... сегодня будет. Окей, значит, постримим, но надо просто, чтобы вы написали за 10 минут примерно. Так вот, на сайте будет мини-чат AGHL TV, что ли, и там уже можно будет как бы не прибегать к использованию Good Game там, или еще чего-нибудь. Там уже будет наш как бы мини-чат, который сразу же обновляется с прикольными смайликами. То есть там квиповские смайлики, плюс я добавил пару смайликов из халфы и пару смайликов таких уже насыщенных нашей жизни, типа тролль фейс, там покер фейс и так далее. Вот. Он докер догоняет. Да, докер вообще молодец, очень хорошо делает камбэк. Вот главное сейчас не отпускать преимущество, контролить так же комнату, как он контролил. Я вот на самом деле сейчас бы не спешил насчет, ну как бы на месте докера. Да он нервничает, видите. Да, он, ну, ты знаешь, вот эта вот нервничать его, блин, я не знаю, как это правильно сказать. То, что он нервничает, это дает ему сейчас силу, он видно, что он злится, как бы не просто проигрывает. Ну, не просто как бы нервничает, а он злится, и он старается, как бы, сейчас делать какие-то, видишь, невероятные быстрые движения, там, типа, вот, хорошо сейчас видно, но не надо атаковать, правильно. Но лучше было просто зайти рокет, например. Вот, ну ты слышал. Ты прострелишь там он, как простреливал позитив под низ. Так, где же позитив? Позитив как раз под низом. Вот он выходит, и сейчас докер не ожидает этого, мог получить по жадне, по заднице. После игры докер против позитив, наверное, будут играть ЕБТ против H2. Ой, против
не знаю даже кого там. Че, 2 на 2 турнир. Ну что еще расклад, я немножко отвлекся. Ну короче, начнут они играть с ЕБТ после докера с позитивом. Без проблем начнут всего комментировать. Только единственное, что... Шот докера только. Да, очень замечательный хэдшот. Опять снова 100 еще простреливает. Наверное, снова 100, я что-то так переключился. О, это, конечно, опять борода для докера. А дальше позитив скажет переигровка. Ну я так понял, что это best of 3 и... Ну знаешь, я думаю, best of 3 смысла нет делать, если ты берешь сейчас вторую карту. Нет, ну это понятно. Нет, так best of 3 это же значит, что до двух побед. То есть, если будет 1-1, то играется третья карта. Да. А если 2-0, то понятное дело, то есть best of 3. Ну, кстати, все шансы... Ну, вот опять, не знаю, я не могу сказать. Сейчас вот докер сделал камбэк, как бы, и абсолютно для меня вообще непонятная карта для 1-1, честно говоря. По-моему, сбалансированные карты хоть как-то, это карты типа там, да, блин, вообще, по-моему, Half-Life сбалансированный, это особо и не назовешь. Честно говоря, если так подумать. Ну вот я считаю, реально, вот карты, которые можно играть, это, ну, кросс, ладно, кросс еще просто старый, добрый. Вот, Сталк, Рапид, Датакор, там, Scary One, Сталкикс, Bootcamp. Это действительно карты, которые не сбалансированы, и на них стоит играть. А вот это типа дабл кроссы, ТДЭХО, я, ну, я не считаю их сбалансированным, потому что там действительно мало оружия, как бы мало хелсов. Ну, на эхо, да, это единственный минус, то, что мало оружия. Bootcamp X, да, но это не карта и, для одной. Не для один на один все-таки. Про эчи я говорю. Про эхо, да. Ну, как бы она тоже прикольная, согласен, мне она тоже нравится, но не дотягивает она немного как для один на один, мне кажется, вот. То есть, опять же, кто занял позицию главную, тот и все. Да хотя, тут, знаешь, можно рассуждать еще. Да, позитив опять начинает гоняние по респам, а все, что нужно здесь докер, вот зря он сейчас пошел, мне кажется. Хотя не надо. Ты пострелишь, ты зачем ты идешь? Боже. Не понимаю я вот этого, честно. Вот знаешь, что соперник идет на него, слышит. Почему не стать в тупую, блин, зажать этот тупорылый гаусс и просто ждать как бы на прострел? Почему этого не сделать? Нет, надо, блин, щемиться, показывай я, тец. Блин, ну да. Нужно быть холоднокровным, нужно, блин, мозги проявлять свои. Вот сейчас смотри, он тупо в тупую гонится, как я не знаю. Как там я уже говорил вчера про... про команду GameTech, вот на эндкемпе. Вот в тупую, знаешь, птичка летит, да, там левее. Еще отстрелил, что ли? Да. Вот в тупую, знаешь, птичка пытается вылететь из окна, которое стекло, и оно бьется об это стекло. Вот так сейчас ведет себе докер. Он в тупую бьется об это стекло, каждый раз не понимая, почему он не может вылететь. Вот это плохо, нужно тоже думать головой. Ну, позиди, видишь, спокойно все. Раз, обжирает, проходит. Так. О, хороший прострел сделал докер. 24. Позитив был 160, сейчас стал 39. Да-да-да. Позитиву сейчас... А что, у него нет гаусса? Нет. Ой-ой-ой! Почти поймал. Смотри, он прицелом будет. Я бы с ВХ за ним понаблюдал. Вот это да. Я бы с ВХ за ним понаблюдал. Так, еще раз, я сейчас создаю голосование в Good Game чате. Мне нужно, чтобы вы ответили. Секунду. Блин, а как тут голосование создавать? Я уже забыл что-то. Выберите комнату из списка. Мне не нужна комната. Вот это, по-моему, голосование. Да. Значит, нравится, да, нет, не знаю. Ну, давайте самый стандартный вопрос. Будем мы смотреть, как кто голосует. Мне просто интересно. Что там про мою трансляцию вообще скажут? Так, 30 на 23. Сейчас вот позитив, как всегда, делает правильные вещи. А докер не может грамотно просто зайти и убить. И убить, и убить, и убить. Так, ну что же, у нас 10 человек из 22 проголосовали уже. Еще ждем остальных голосов, но в основном людям трансляция нравится, и это не может не радовать, как бы. Так, ну что ж, я тогда уже не буду особо... Ну, не знаю, главное, что нет, никто не отвечает, по сути дела. Так, ну что ж, ой, интересный прострел сделал только что докер. Идет он сейчас в секретку.
А позитив у нас опять. Вот смотри, позитив реально, вот из-за того, что он сейчас будет опять продолжать сидеть, это большой, огромный плюс ему, это раз. А во-вторых, большой шанс, что сейчас он все-таки перехватит позицию опять с арбалетом. И докер просто опять проиграет. Вот это печально. Сейчас докеру нужно просто покидать под стволки рокеты. Он знает, где находится позитив. Вот тупо он знает. Вот сейчас зачем ты гонишься? Арбалет. Рокет кинь. Рокет. Нет. А у него он есть? Да должен быть. Посмотри, его... как! Вот что он не навел на прострел? Вот я тоже не понимаю. Вот видишь? Это не думание головой в первую очередь. Это ошибки. Это понятное и... дело. Вот почему не взять рокет? Ну, реально, грубейшие ошибки, которые про допускать вообще не нужно. Вот хороший момент, как он не попадает, ай-яй-яй. Ну, давай дроба под стволка, хорош. И сейчас нужно тупо по распам пойти убить. Да, сейчас как раз позитив здесь, ну. Не надо кидать под стволку. Хорош. Вот хорошо, что он сейчас действительно не кинул под стволку, потому что если бы кинул, борода. Итак, остается 4 минуты до конца. Секундочку. Перед этим докером мы так и не узнаем, кто лучший игрок дабла в России. Не, что значит не узнаем? Сейчас придется им играть третью. Никто не играет вообще. Это тупые правила, когда играется best of 2. Это группы только так можно играть. Один на один, и тем более, как вы говорите, король там дабл кросса. Не, это ж бред. Так. Хороший прострел делает докер, но позитив, как всегда, на своем коронном месте. И сейчас докер этого не знает, и вот он сейчас отхватит. Нет, не попал. Ай-яй-яй. Ну, опять, позитив делает очень правильные вещи. Прострели же, что ты ждешь? Ну, еще раз прострели. Что ты? Я не понимаю. Куда он вообще идет? Он в одной точке. Ну, давай. Хорош. Делает камбэк. Ой, какие хэдшоты сейчас сразу ставлю. Хороший камбэк делает сейчас докер. Остается совсем немножечко. И заходит позитив очень вовремя по таймингу для него. Ой-ой-ой-ой-ой. Там же... Блин, какая жесть, слушай. Сейчас нужно очень аккуратно быть докером. Позитив опять. И очень аккуратно позитив. Вот сейчас нельзя докера ни в коем случае как бы идти. Нужно подождать. Еще хватает времени. Не нужно никуда спешить. Вот правильно, там идет сейчас опять в комнату. Спешить не нужно. Отжирает. Ну посиди. Сейчас будет арморчики. Вот правильно сейчас все делает докер. Волноваться не нужно. Вот, а теперь опять же в битву. И вот сейчас я бы пошел на его месте как раз вот в то место, потому что постоянно позитив находится именно в том месте. Да сколько же раз тебе повторять? Не слышит он меня. Не знаю, за игру, по-моему, уже можно было выучиться, что каждую атаку, которую проводит позитив, он проводит именно из-за позитив уже можно было выучить наизусть, где он еще находится. Ну, как бы я бы не сказал именно про сам дом, как бы задний, да, но именно... Хорошо запилял все-таки. Ой-ой-ой, это еще минус фраг. Хороший прострел, нужно сейчас ловить. Да ты что, он не услышал? Он услышал, но резко какой-то. Нет, он не услышал. Непонятно. Ну, не знаю, мне казалось, что он как-то сзади, а он вообще в другую сторону. Стреляться сейчас позитив может подловить. Хорошо зашел позитив, не нужно гнаться. Не нужно гнаться. Не понимает этого, в принципе. Тут как бы хп... Вот зачем? Вот смотри, у человека выигрышный фраг, зачем щемиться? Сейчас позитив по-любому сюда идет. Ну вот то, что я и говорил. Вот не надо, зачем? Минута осталась? Нет, докер все равно пытается идти, рашить. Зачем это делать? Посмотрим за позитивом последнюю минуту. Вот позитив как раз тоже правильно делает. Ему тоже не нужно как бы сейчас идти атаковать еще. Ему нужно сделать как бы шаг последний свой, именно на последних там 20 секундах, я бы так сказал. Вот, ну конечно перед этим нужно подумать про соперника и так далее. Осталось ровно минута и хорошо попадает докер сейчас. Вот сейчас позитиву опять же, у него есть 55 секунд, спешить действительно еще некуда, потому что у него есть реальный шанс как бы сравняться, но нельзя спешить. Вот правильно, сейчас хиляется. Нужно пойти забрать хпшки. И вот я думаю, что армор не стоит ждать. Вот сейчас нужно идти и тупо как бы рассчитывать на хедшот. Ага, интересно, позитив так ждал его. Зря он лифт юзает. Не юзнул, да? Вот сейчас... значит там не простреливается, наверное. Вот сейчас я бы уже шел, реально. Потому что времени как бы мало. Ну да, можно еще арморы попробовать захавать. И все, и срочно вот идти. А сейчас докеру вообще ни в коем случае не защемиться. Мне нужно где-то забиться в той же секретке.
и просто ждать докера, пока он там придет, например. Да, ну, ой, в смысле, позитив пока придет. Ну все, это я считаю, что выигрыш, как бы. Если сейчас докер не вылетит, то позитив проиграет. Ну это тоже неправильно, это я думаю, правильно. Что он сидит. Почему? На одном месте. Да нет, неправильно. А что тут неправильного? Хорош, докер, это 1-1. И я надеюсь, что у нас будет третья карта. Как бы. Так, ну что ж, пока мы поставим, наверное, вам опять же музычку, ребят, будем ждать новостей. Я сейчас спрошу пока, как тут, что тут. Надо третью решающую карту играть, потому что если они не будут играть, это, конечно, не дело. Какой EHLL? Теперь EHLL сервер. А, теперь EHLL сервер? А, нет. На EHLL уходит. Ну что это за бред вообще, не понимаю. Как можно вообще... Тьфу. Я вообще не понимаю, как можно устраивать шоу-матч в виде типа как король, блин, даблкросса, а потом говорить, ой, у меня EHLL, простите. Это, по-моему, сущий бред вообще такой, честно. Так, давай бегом, пока тут это Элла... Элла серф, он не... Что-то я ничего не понял, что мне тут флудят. Так, Терри, что? На, блин. Понятно, так, кто мне еще флудит? Сейчас посмотрим быстренько. 2 на 2, у нас сейчас турнир с Бизом. Так, ну что ж, пошли тогда 2 на 2 стримить. Единственное, что, ребята, сейчас будем, короче, достримивать турнир 2 на 2. Мне нужно буквально немного времени для того, чтобы сделать титул опять. Вот, и пока что я вам поставлю музычку, ребят, послушайте. И сейчас будем смотреть тоже не менее интересный матч УБТ против ЦТ, короче, Bizarro Dark Demon против Na'Vi и Pain'а, как я понимаю. Вот, так что слушаем музычку. Докер вернулся, только не знаю для чего. Уже поздно. Погоди, еще не... Поздно. Да, вот так. Хорошо, сейчас, окей, окей. Скажи, пожалуйста, Dark Demon, что мы тогда попозже постримим. 20 минут, подожди, пока. I see.